Всем добрый вечер. Пришли мы недавно с ужина. Устали сегодня, перегрелись, перекупались. И не хотим уже сегодня никуда идти. Решила я разобрать вещи. Надо что-то как-то упаковать, посмотреть, сколько у нас, не будет ли перевеса. Вообще как-то пристроить вещи. И решила показать, что же мы купили из вещей. Ну, конечно же, в любимом магазине Вайкики и де-факто. Ну и все. И ходили еще в Мигрос. Там вот я купила купальник дочери. А так, ну, в Мигросе, конечно, только продукты. Кофе, там, ну, всякое такое. Сейчас покажу вещи. Так, ну вот, вынула я все из пакетов, вот здесь вот из Вайкики, а здесь из де-факто. И вот это вот в Мигросе купальник. Ну, начнем тогда уже с купальника. Вот такой вот купальник. Цены, конечно, недорогие, качество хорошее. Вот купишь ли у нас за такие деньги купальник такого качества? Нет, конечно же. Вот. Вот такой вот купальник. Здесь такие формованные чашечки, но они без всякого там пушапа, без поролона. Вот буквально тоненькая там такая плотненькая прокладка. А вот здесь такой лямочки. И, вот, и такие вот плавочки оригинальные. Стоит он, что-то не помню уже, ну где-то на наш 600 рублей, что ли. Вот. Ну, начнем с де-факто. Так. Де-факто что-то не очень порадовал. Ничего там особенного не было. В прошлый раз вроде бы было лучше. Ну, мы, конечно, в другом магазине были. Наверное, тоже отличается ассортимент. Мы были в Аланье, а это в Кемере. Купила себе вот такие джинсы. Они тонкие, хлопковые, со стретчем. У меня есть белые штаны, но они уже, говорится, им 100 лет. Ой, им, наверное, уже лет 15, если не больше. Они с немножко там с синтетикой. И в них, конечно, они белые, и в них жарковато. Вот. Но сноса нет. Я еще их заказывала на... О, господи. Бунпри, по-моему. Ну, а это хлопок. Вот, и со стретчем. Сколько они тут? Тут еще была такая большая-большая скидка. Вот я приближу уже, так что не видно. 550 рублей всего на все. Вот такие вот штаны. Мужу такой вот джемпер. Все такое приятное, нежное. Можно носить на голое тело. 700 рублей вот этот вот. И, кстати, L на 54 размер. Прям как раз. Так вот. Кстати, в Вайкике тоже размеры. Я 2XL вообще-то покупаю. Но у меня L-ка в Вайкике для меня в самый раз. В общем, там как-то больше мерят вещи. Так, что еще в де-факто? Вот. Муж у меня вот такие вот. Ну, как они, плавательные, ну, для пляжа. Шорты выбрал себе. Вот они также тут со скидкой 390 рублей, значит, 39 лир XL. Вот. Потому что собрались же на отдых, а шорты отказались с дыркой. Испортились в прошлый раз, как говорится. Где взять? И пришлось со спорта взять шорты на пляж ходить. Ну, вот здесь сейчас купили. Вот такую вот сорочку. Вроде бы все покупаешь, покупаешь. В результате, да, что-нибудь да нет, оказывается. Вот такая вот сорочка. Приближу. Цена, вот нижняя цена. Это верхняя, это
если покупают в кредит, вот турки, они же там в кредит покупают, одна цена. Если покупаешь за наличный расчет, другая цена. Вот такая тоже нежнейшая сорочка. Это вот и факты. Так, вот эту футболку тоже взяла, ну уж не потому, что она мне прям сильно понравилась, а потому что она стоит всего 19 лир, то есть 190 рублей. Ну такая симпатичная футболка. Вот. Приятного, хорошего качества. Не как вот у нас такие, как бумага. Бывает хлопок дешевый, он как бумага. Вот. Нет, это такой нежный хлопок. Вот это все в де-факто. И муж взял себе вот такую вот толстовку на спорт ходить. Конечно, может, это и у нас можно было купить, но надо искать. Еще и размер. Ну, не знаю, сколько они у нас стоят. Здесь 690 рублей получается. Она такая на флисовой подкладочке. Все тут ему понравилось. Вот. Ну и теперь, что в Вайкике. Вот такой вот я купила себе, как ну, это отдельно продавалось, ну как костюмом получилось. И вот такая вот как бы блузочка тут на бретельках. И такой приспущенный рукав. Вот, тоже такой нежный, приятный материал. И юбка, она вот такая вот с шитьем. Как-то никогда бы не подумала, что я возьму юбку, но мне так понравилось. И там девушка мерила прям так хорошо. И я померила, она не полнит. Здесь вот такая вот еще подъюбник. Легкая получился, как костюм, также брать на отдых, в ресторан выйти, очень даже здорово получается. Так, показала я вам тут этот ценник. Вот такие вот брючки легкие, вот здесь вот такой загиб. Сзади как вот резинка с карманами. Вот такой вот. Это в лирах. Просто на 10 умножаете, получается цена. Тоже такие легкие летние брюки. Так, вот жилетка. Жилетки там были черные, были вот такие, они немного с люрексом. Вот, ну, на футболку надеть, просто как такой стиль создать с брючками, с футболочкой, с какой-то. И в то же время так, как напыльничек такой. Вот такая вот. Симпатично. Ой, вот сколько тряпочек куплено. Вот такую вот кофточку. Ну, она просто вот нежнейшая. Такая приятная. Ну, как ее не купить? Тем более, стоит она всего 300 рублей. Вот. Вот это вот XL. Как-то размеры здесь некоторые L мне как раз, некоторые вот XL, она так, ну, так свободненько. Вот такая вот полосочку блузочка, тоже такая она как вискоза, ну, не знаю, штапель, такая прям легкая, струящаяся. Вот, хоть дома, хоть куда.
Вайкики, джинсы. Такие легкие. И тоже цена их всего 600 рублей. Ну, где вы купите у нас джинсы за 600 рублей? Нет, не купите. В три раза дороже. В три раза. Вот. Ну, может быть, какие-то в 2,5. Вот такие вот светлые легкие джинсы. Люблю штаны. Так. Вот такая вот штучка бирюзовая. Но это платье как бы на пляж. Пляжное. Всего 300 рублей оно стоит. Здесь внизу с такой бахромой. Оно коротенькое. Ну, на купальник надеть. Туничка. Так, купила еще трусы, тоже очень-очень качественные. Вот такие прям нежнейшие. Так, ну здесь пошли футболки, футболок тоже. Мужу накупили, как говорится, футболок много не бывает. И дома надо, и на спорт, и на улицу выйти. Вот такая вот футболочка. Так, вот ее цена нижняя. Тоже хлопок такой приятный, очень нежный. Вот эти вот тоже элька, элька. Хотя дома мы покупаем 3XL у него размер. Так, вот цена. Также вот брали в этот раз такой вот с круглой горловиной. А вот такую вот взяли футболку Пола. Тоже, ну вот ее цена, она оценкой. Такая. Так, что еще? А, такая футболка. Тоже это вообще смешная цена, как не взять. Ну, качественно, я говорю, не как у нас дешевый хлопок, он как бумага. Вот здесь все очень-очень даже классно. Так, внуку трусики. Они продаются так набором. Носки. То же самое. Набором здесь так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пар. Мужу носки также 2 пачки. Здесь по 3 пары. Тоже такие носки прям нежнейшие качество, очень хорошие. Такие вот эти. Так. Внуку рубашку. Тоже рубашка хлопок, такая тоненькая. Также вот такая ее цена. Здесь рукавочек можно загнуть как на летнюю, можно с длинным рукавом носить. Синяя в полосочку. Вот. Дочери такую же, вот только белую. Она одна вообще оставалась уже. Ну, за 300 рублей такая кофточка. Но она просто вот нежность какая-то, приятная к телу. Просто классная. Вот внуку еще шорты. Говорится, как лето наступает, шорты не найти. И у нас шорты на детей очень дорогие. Вот такие вот шорты оценивают. Уже потерялся, что ли? Вот так.
Ну, качество хорошее. Вот с таким веселым ананасом. Ну и маме взяла такую вот блузочку. Без примерки, конечно, тоже, но ей его надо, чтобы была тут шея закрыта. И вот, что плечи у нее узкие, тоже трудно подобрать размер. Ну, вот так вот здесь приспущенный рукав. Такая вот блузочка. Такая вот цена, можно сказать, никакая. Так, ну что, ну вот еще внуку штанов. Штаны тоже, как говорится, лишними не бывают, но эти ему еще великоваты, наверное, будут. Ну, вот такие вот веселенькие штанцы. Так, трико тоже много не бывает. С прогулки приходит, ну тоже, а цена смешная. Вот купите у нас за такую цену штаны ребенку, нет же. Поэтому Вайкики наш любимый магазин. Вот. И такой тоже нежный, внутри хлопок, приятный к телу, никакой тут синтетики. Вот такие вот штаны серенькие. Также внутри хлопок, очень приятный. Ну, вот эти вот такая цена. Вот. Ну, это прям на вырост ему, как говорится. Что-то мы переборщили, наверное. Хотя, кто знает. Ну, вот эти вот штаны, говорю, вот как-то ему вроде бы длинновато. Но у него сейчас пока есть еще к весне, он подрастет. Да, к весне подрастет. И вот такие вот, как брючками сделаны. Так, они тут на завязочке, с кармашками. Серенькие брючки. Ну и, конечно же, футболки. Так, а эти сколько, где тут цена-то? Тоже они вот так вот со скидкой. Футболки такие вот антистресс. То есть туда-сюда вот так вот можно... Футболочка тоже 250 рублей такая. Вот такую вот футболочку купили. Вот она без воротника, тоже такая приятная. И цена тоже очень приятная. Ну и еще одна партия трусов. Также трусов много не бывает. Также вот они сейчас ему еще будут великоваты. Вот три пары. Трое, вернее, трусов. Они три пары. Трусы не парами, а штуками. Ну вот такие у нас покупки вещей были. Там еще, что мы заходили в магазин Фло. Ну, там обувь, по-моему, она там не натуральная. Но я так пробежала, вроде бы обувь нам не надо ничего лишнего уже брать. Ну, а так вот футболки нужны всегда. И детские вещи, конечно же. Ну, качество хорошее, хоть некоторые говорят, что в Вайкики там... низкое качество, но там разные вещи. Есть что-то и неважного качества. Это же руки, глаза с вами. Можно выбирать. Вот так вот мои покупки. Наши, вернее, покупки. Сейчас нужно их как-то упаковать. Чтобы не было перевеса. И доехать домой. Всем пока!